Стена плача – это иерусалимская святыня, привлекает паломников со всего мира. Пожалуй, главную достопримечательность Израиля запечатлел в своей работе художник Андриан Жудро. Его выставка живописи под названием «Иерусалим» открывает череду мероприятий, посвященных Дням Израиля в Иркутске. В экспозиции представлено 20 работ, в основном это пейзажи священного города. Вообще сам Андриан Жудро, он из Брестской области, из Белоруссии. Но перед тем, как уехать в Израиль, он долгое время работал и жил в Хабаровске. Ну а сейчас, в настоящее время, он живет в Тель-Авиве. В 99-м году он приехал в Израиль и с этого момента начал профессионально работать. И его многочисленные выставки прошли по самым разным городам мира. А так выглядит Израиль глазами фотохудожников. Здесь же, в областном художественном музее, открылась еще одна выставка, посвященная этому государству. На ней представлены работы 30 фотографов из разных стран мира – России, Уругвая, Колумбии и Аргентины. Среди авторов фотографий как признанные мастера, так и любители этого вида искусства. Эта фотовыставка своеобразный такой, очень искренний, добрый взгляд на современный Израиль, на традиции Израиля, на его историю, на быт израильского народа. И, конечно, она будет интересна нашим посетителям, гостям музея. Выставка «История государства Израиль в марках» говорит сама за себя. Она открылась в библиотеке имени Молчанова Сибирского. В экспозиции собраны марки, выпущенные Израильской почтой за последние 3 года. По мнению организаторов, наиболее интересными являются экспонаты, изображающие библейские мотивы, такие как Адам и Ева, Самсон, борющийся со львом, и рыба, проглатывающая Иону. Марки для этой выставки предоставлены Израильским культурным центром города Новосибирска. Они представляют несомненную художественную ценность и интересные по дизайну, и демонстрируют историю Израиля так, в документальном как бы виде. Вот. По основным разделам представлены эти марки. Это технология, религия, археология, природа и спорт. Вот, они будут интересны не только филателистам, но и всем жителям города. Посмотреть Израиль не только глазами фотографов и художников, но и кинорежиссеров. Сегодня в городе стартовал кинофестиваль, на котором будут показаны 5 современных израильских художественных лент. Это будут различные по жанру картины, как военные драмы, так и искрометные комедии. Дни культуры Израиля продлятся в столице Приангария до 15 декабря. И пусть за 2 дня изучить целое государство невозможно, но шанс прикоснуться к его культурному наследию появился у всех иркутян. Роман Мамедов, Николай Крупченко, новости сейчас.